Сергей Николаевич, ну еще по одной ситуации, возникшей, я так понимаю, учреждение культуры в Андроповском клубе. Что произошло с 6 на 7 число? Расскажите. Ну, как мы выясняли, сегодня проходило на совещании, приглашали заведующую филиалом, была, значит, Светлана Анатольевна, директора клуба Ольга Ивановна. Значит, до этого, значит, мы брали объяснительные директора, ну, заведующий клубом по Антропову СУДОТ. А смысл следующий, то есть произошло после 6-го на Рождество, там драка в вечернее время, то есть в клубе проходило мероприятие, значит, произошла драка, и значит, в результате этого, ну, пострадали определенные люди. И начали выяснять, во-первых, почему в клубе, то есть одни там были пьяные, другие, значит, там выпивали. Вот выясняли данное обстоятельство. Значит, объяснительные были получены со всех представителей, кто участвовал. Одни, значит, заверяют, что никаких, ничего там не распивали, другие говорят, да, видели, там приходили и там они выпивали. Поэтому, значит, на сегодняшнем вот как раз совещании, значит, было принято решение, что, значит, Светлана Анатольевна Казаева, как заведующая филиалом Глянинской клубной системы, значит, решает вопрос по, значит, заведующей УДОТ Татьяне, то есть до конца, и по работнику уже своего Дома культуры, по Прониной Светлане. А затем все эти документы передают непосредственно Крафт Ольге Ивановне, которая является директором всей клубной системы, для принятия соответствующего решения. То есть это компетенция непосредственно отдела, ну, заведующей филиалом и директора РЭДК. То есть, ну, однозначно, то есть будут приняты, ну, соответствующие меры, которые по законодательству, то есть административное, ну и там вопрос был и о финансовом.